Карабах, Азербайджан, я считаю. Я не знаю, чья это. Так вы же из Армении. Ну, ну, да, но я сама не разбираюсь. А вы армянка по национальности? Да. А, а в видеочате что ищете? Ну, просто сижу, просто так. А, Нечего и делать. сколько вам лет? Ну, 18. Есть 18 или больше? Да, конечно, есть. Ну, на вид лет 15, я просто спрашиваю. В видеочате, если младше 18, то нельзя сидеть. Вы в курсе? Да, конечно, в курсе. Это вы очень разговорчиво. Это не свойственно людям из видеочата. Ой. А <с вообще, <с что <он> думает> думаете про Пашиняна? Он полный... Он Почему? Полный Пашинян, подожди, Пашинян за Ой. два года избавил Армению... Ну, не то, что избавил от коррупции, но очень сильно боролся с коррупцией. Ну, не знаю. А в шо он плохого сделал? Ты говоришь, не знаешь, чей Карабах, но то, что вот Пашинян нехороший но... человек, ты знаешь. смотрите, война была в Карабахе. Да давай на ты, мне 21, я на 2 года старше тебя, ну, на 3. А, ну у меня привычка. Э, с... Ну, слушай, э, ну давай. мне 21, я чувств... стариком себя чувствую, да. Ну-ну-ну, Карабах, да. Ну, э, война была в Карабахе, а тогда почему мы сдаем сейчас территории из Армении, я не понимаю. Так Армения не сдает свои территории, Армения сдаёт суверенная, целая и все. Там, там Сюник, Воротан, все из Армении, это территории из Армении, а не карабахов. Что вы, то есть уже сдаете территории Армении кому-то? Да. Какие территории? которая на грани типа Азербайджана. Ну, а, это... так не сдаете там просто этот, можно проезжать и все, грузы пропускать. Но это же не сдаете эти а в вашей территории. Нет, мы сдаем. Там э, типа население. который возле Ирана, Зингазур, да, Зангизур, точнее. Да, Зангезур. Так, а подожди, так вы же не сдаете. Там просто едут грузы из Азербайджана в Турцию или в Европу и так далее. Пропускают возле Ирана. Вы же не Ну, сдаёте. это называется сдавать. В смысле, Я так не... подождите, через Молдову куча грузов идет из разных стран. Торговые эти. За это Молдова деньги зарабатывают. Я из Молдовы, если что. Но это не значит, что мы сдаем всем странам мира территорию. Но мы от этого не зарабатываем. Вот в чем проблема. А? Это просто нам тупо не знаю что. А, а когда Карабах. А, хотя да, там же золото было, с этого можно было заработать, да. Да я не знаю, там просто полный отстворилось. А сейчас просто, когда это территория Азербайджана, там просто все стало прекрасно. А, серьезно? Да, ну типа они открыли там э, аэропорт, до, до этого не было там никакого аэропорта. Так, подождите, а Азербайджан же, же недавно, что так быстро уже аэропорт построили? Недавно же... Да, вернусь. они у у уже начали строить аэропорт. А, ну начали строить, в принципе, да. Ну, то есть неплохо. Ну там же живут армяне, азербайджанцы должны мирно жить. Ну, Разве не так? Я не имею говорят. в виду как народ. Мы не говорим там э, армия или политики, Это народ, вот я с тобой разговариваю, хоть я украинец по национальности, вот с тобой так же сам могла быть девочка ну, из Азербайджана кажется, говорить: что? мирно. Ну, типа, а кому выгодно вообще эта нестабильность на Кавказе? Точно не Азербайджану, не Армении. Как и ты думаешь, кому выгодно, было. чтобы Азербайджан и Армения враждовали, конфликтовали? У меня точно нет. Ну типа я имею страшно. в виду из политиков из крупных вот таких. Ой, не знаю, у меня страшно. А что такое? А вдруг завтра я проснусь, а Пашинян будет говорить, что Ереван уже не наш. Зачем? Ереван Армения по факту. Несколько лет назад говорил, что я хочу жить в Ереване, это наша территория и так далее. Кто говорил? Олег, а, ну президент. А, ну, Алиф и... много чего может сказать. Правда есть, правда. Это армейская территория. Но Карабах это Азербайджан, да. Да, Но... это точно. А вообще как жизнь в Армении? Ну, нехорошо, сейчас очень все дорого. А становится. как зовут? Меня Ренат зовут. А, Сил. Меня зовут Сил. Сил? Да. А, окей, Интересное <с имя. Прикольно. А фамилия у тебя какая? Это японское имя. У тебя, тебя кто-то японец? Нет, просто мое полное имя это Сьюзи. Я не люблю это имя. Да нормально, Сьюзи, это какой-то запад. А? Ну да, но я не люблю как-то. Послушай, так этот, получается у вас же армянские только Ян фамилии, или я помню какие-то Янс, Унс есть, да? Унс, да, да, да. Унс, это есть прикольно, от... Унс такая, да. А -тас Унс, это есть некоторые. Угу. А ты вообще что ищешь в видеочате? Просто... То есть давай закрепим вот твою политическую, ну в общем, зрение твое на по поводу Карабаха. То есть ты считаешь, там живут азербайджанцы, армяне должны жить мирно и это часть Азербайджана, да? Да. Ты армянка из Армении получается? Да. Все. Это хорошо. Должны жить мирно и. А вы вообще в Европу идете, да, Армения? Ну да. Евросоюз. А ты была в Европе хоть раз жить? Да. Где? В Германии, в Чехии. Ну, в Италии, в Франции. Ну, ну если это... вступит Армения в НАТО и в Россию, ты не против? Нет, конечно. Не ну, против. Я за, потому что я тоже, чтобы Украина вступила, Армения, почему бы нет, должны все-таки европейские народы, понимаешь? Ага. Ладно, удачи тебе, хорошего дня. И тебе спасибо. Пока. До свидания. Очень хороший разговор получился.